Привет, друзья! Утром во вторник, 2 февраля, в Самарской области произошло крупное ДТП. На трассе М5 «Урал» в районе Жигулевский ГЭС столкнулись два грузовика. В полиции рассказали версию происшествия. Водитель 1964 года рождения ехал за рулем грузовика МАЗ в сторону Сызрани, но выбрал небезопасную скорость. В результате врезался в большой груз Volvo, который ехал во встречном направлении. К счастью, никто не пострадал. По информации Росавтодора, из-за ДТП пришлось перекрывать движение транспорта. Легковушки пускали в сторону Самары через Жигулевск, в сторону Москвы по обочине. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.